Когда на телевидении говорят слово «кухня», то обычно под этим подразумевают редакционное, но только не в этот раз. Первый ярославский принял участие в чемпионате по грилю, который в эти выходные проходил возле гипермаркета «Глобус». Поварами выступили сотрудники телеканала. Каждый исполнил блюдо по фирменному рецепту и сорвал овации дегустаторов. Как у вас впечатление? Вы даже не можете ничего сказать, да? Спасибо. Можно я просто пожую? Да. Это очень вкусно. Судили чемпионат профессиональные повара и медийные персоны, но главное решение было за зрителями, которые просто потребовали от Сергея Грибушкова выдать рецепт фирменного соуса. Туда входит грейпфрутовый сок, арахис, кокосовая стружка, сливочное масло, лук и что-то еще, я уже не помню. Всего в соревнованиях участвовали 9 команд, и главным для всех было хорошее настроение и сытый желудок. Ну а наша команда вполне соответствовала взятому перед началом конкурса девизу. И наш девиз: первый ярославский жарит первым! Евгений Журавлев, Георгий Иванов, Юрий Кораблев. День в событиях.